Анатолий, привет, дорогой. Здравствуйте. Ну, вчера как бы тебя не было, и ты сам вот только что вот мы с тобой разговаривали до включения, да, о том, что вроде бы там уже столько много сказали, но ты не сказал главного. Своего мнения о поединках, которые состоялись в этот уикенд. Ну, и я тебе приготовил такой, в общем, как бы нежданчик. О нем чуть-чуть попозже. Это хороший. Никакой подлянки, никаких, в общем, это вот обсуждения Дмитрия о японцах. Вот. Просто немножко мы расширим формат, потому что действительно сказано достаточно. Итак, японцы. Понравилось, не понравилось? Что-то увидел, не увидел? Японцы, как я как всегда говорил, в принципе, мнение мое такое же осталось. Они всегда, в принципе, особенно те, которые дерутся в чемпионских поединках или которые там считаются проспектами, достаточно неплохие боксеры. Нельзя сказать, что там нечего смотреть. У них неплохая школа. Они часто в большинстве своем это бьющие ребята, при этом что техничные. Бои у них интересны. Но как вот вы вчера сказали, правильно заметили, как бы я вот тоже это часто говорил, что как ну, заведомо мы, когда смотрим поединки тех, кто, казалось бы, должен выиграть, ну, потому что они фавориты, они там это, они, как правило, выигрывают, и класс соперников, которые к ним привозят, то есть заведомо не могут создать им конкуренцию, то есть они не могут их, скажем так, чем-то удивить. То есть то ли своими умениями техническими, то ли какой-то там заоблачной скоростью, которая станет проблемой в ринге, то ли ударом. И поэтому, в принципе, японцы классно выглядят на фоне этих боксеров и выигрывают хорошо. Хотя, опять же, повторюсь, технически вот мне особенно понравился, я не знаю, старший брат или младший, который закончил в 5-м раунде досрочно. Младший. Он мне понравился больше в плане, как он работает. То есть вот он такой на классе, он очень так здорово обучен, он невысокого роста, но здорово чувствовал дистанцию, когда надо кинуть вот этот свой левый удар, то ли это в корпус, как он именно подводил удар точный, акцентированный и жесткий, чтобы он дошел, скажем так, если даже не чисто в цель, то хотя бы, чтобы он плотно приложился, чтобы этот удар не пошел, как говорится, ветер погонял и где-то, вот, как говорится, сбивал его на точность попаданий. То есть он мне понравился. И японцы, в принципе, ну, хороший бокс, но заведомо понимаешь, что, в принципе, они должны выиграть, и они выигрывают. Вот как-то вот так. Единственное, что как выигрывают? Быстро, поздно, весь бой, не весь. Вот если так в общем и целом. Ну, ты понимаешь, я опять, может быть, повторюсь, но я не увидел главное. Я не увидел желания, если вот у младшенького, которого ты только что вспоминал, это Джинджиро Шигеока. И Юдай Шигеока, это старший брат, старшему 26, младшему 23. Вот. У младшего вот это Парабасри, он явно не хотел вообще боксировать, у него, наверное, не получалось как-то проявить характер и начать драться. Он явно не хотел, потому что понимал, что вот в прямом столкновении он Шигеоки, Юдае Шигеоки проиграет. А Даниэль Валардес, ну, при всем к нему уважении и опыте, он явно не дорабатывал. Мне непонятно почему, я постоянно задаю себе вопросы, вот почему бойцы, которые достаточно опытные, потому что по сравнению с Валардесом, Джинджиро, вообще ребенок. У Валардеса 27 побед, 3 проигрыша, 1 ничья, а тут 9 поединков, 9 побед. Ну, о чем мы говорим? Опыт. Это напоминает поединок Мураджона Ахмадалиева против, господи, дай бы мне в памяти, Романа. Когда он отобрал титулы WBA, Super и IBF. Вот, не помню, против кого он боксировал уже. Вот, то есть абсолютно непонятно. Взяли деньги, слили поединок, но это мне тогда вообще на голову не налазит. Не были, попали под джетлэг, либо какая другая причина, там не были готовы. Ну, мать вашу, тогда зачем вы вообще занимаетесь боксом? Зачем вы вообще приезжаете куда-то? Ну, взяли бы деньги, сказали, все, он выиграл, там, до свидания, знаете, без боя. А так, японцы доминировали, потому что, в общем, знаешь, как говорят, не потому что они были хороши, они были хороши, да, но соперники были хуже. Хуже, чем должны были быть. сожалению, так часто бывает. У многих, даже тех боях, которых Толяныч нам предлагал обсуждать и смотреть до этих поединков, там более чуть-чуть выше веса, там приблизительно такая же картина. Да, они хорошо выглядят, да, они обучены, но хочется посмотреть, как они смогут вот эту обученность и свое вот это умение бить показать соперника, который не будет приезжать отбывать номер, который будет пытаться упираться. И проблема еще, если так можно сказать, в этих весах, там мало реально крутых звезд. То есть, понимаете, там, ну не знаю почему, может, потому что это такая весовая категория маленькая, и поэтому нету там особо боксеров, которые могут быть звездами. Их мало, и там всегда было мало. И поэтому японцы на фоне вот более или менее кого-то, которые особенно делают ивенты у себя в стране, заведомо тоже делают так, чтобы их местные бойцы выигрывали. И подбирают где-то каких-то, либо как-то действительно, как вы говорите, не знаю, договариваться, что мы вам даем больше денег, вас там не нокаутируют, но вы как-то вот дайте поработать нашему боксеру. Я уже не знаю. Это, конечно, тоже из грани фантастики какой-то, но уже, вот как вы правильно сказали, ну как опытный боксер приезжает и реально можешь, ты же больше знаешь, а ты просто тупо идешь по, вот как говорится, по намеченной своего соперника. То есть даешь ему полностью инициативу и возможность у тебя забирать те эпизоды, которые ты можешь не отдавать. Поэтому много моментов, из-за этого я не всегда их люблю смотреть. Не потому, что они плохо боксируют, вот именно из-за того, что нету конкуренции реальной, чтобы увидеть ихнюю силу. Ну, с другой стороны, мы не так много поединков вот этих маленьких, больших чемпионов и видим, чтобы, ну, рассуждать более профессионально и более, скажем так, сознание материала. Ну, вот если говорить о японцах, да, то, допустим, ну, по-моему, господи, что же у меня... Наоя Иноуэ доказал, что готов ехать куда угодно и побеждать кого угодно. Мне не кажется, я не могу сказать, это было бы слишком просто, что вот приехали, дали денег и проигрываете. Скорее всего, здесь какой-то, может быть, психологический фактор, может, ну, хрен его знает. Ну, просто есть вещи, которые, ну... Они лежат на поверхности, а в реальности, в общем, как бы, ну, происходит все с точностью наоборот. Ладно, японцев прошли. Ли Вуд, Джош Уоррингтон. Ну, если помните, когда мы с вами тоже обсуждали его вначале вдвоем, потом к нам подсоединился Дима и Толяныч, я не попал, скажем, в общий котел обсуждений. И мы тогда говорили, я сказал, что в принципе в Ли Вуд, так же, как и вы сказали, многие ребята так говорили, что должен переигрывать за счет класса, потому что как боксер он, в принципе, более обучен, он подвижный, он умеет боксировать, у него хороший удар. Но если то, что я говорил, навяжется вот та самая свой бокс, то, что, в принципе, Уоррингтон и сделал, вот этот обмен ударами, там будут у Вуда проблемы. Вчера Ярослав очень много акцентировал внимание, что он там плохо был готов, он сушился. Возможно, он был, действительно, его там весогонка и привела к такому. Но это не объясняет того, что... Уоррингтон был плох, или Вуд, если был бы другой, был бы лучше. Но это значит, если он не подготовился к этому бою и не смог, это его проблема. То есть он вынужден был выходить из той ситуации, в которой он оказался сам. И вот момент в чем, что вчера говорили многие ребята, что вот наткнулся Уоррингтон, а он ни на что не наткнулся, просто многие не заметили один нюанс, что... Уоррингтон, когда и шел, Вуд стоял плотно на ногах, и пытаясь его ударить, он просто не мог попасть, потому что был слишком близко. Уоррингтон-то свои удары доносил, а Вуд не мог. И вот просто когда, видно, об этом говорили, подсказывали, Вуд просто что сделал, когда в этом эпизоде, если обратить внимание, он сделал шаг назад и выкинул удар. То есть у него появилось вот это самое пространство для длины. И просто попал, и увидел, что попал, добавил второй, третий, и срубил его. То есть если бы Вуд смог это сделать раньше, то есть, может, он и пытался, но не успевал. Мы не знаем, какие там были причины. Может, ему подсказали, и он тогда этот момент подловил, не успевал словить его. То есть видно, что ему было тяжело делать так, как мы говорили, работать плотно передней рукой, смещаться влево-право, раз, два, три, уходить, либо вязать. Он, как правило, может и хотел, но не мог почему-то. Весогонка это, плохо он себя чувствовал, не дали ему на выходных. Не знаю, какая там была причина в том, что он так плохо выглядел. Но Уоррингтон навязывал тот стиль, который, в принципе, все и говорили. Никто не ожидал от Уоррингтона, что он будет великий стратег. То есть он делал то, что умеет. Заходит в ближнюю дистанцию и под разным углом пытается донести свои удары и этим самым развить успех. Вуд проигрывал поединок. Вуд выглядел очень... скажем так, сомнительно, и если бы так бой продолжался, непонятно, как бы было. Но вот опять же его класс как боксера проявился. Он либо дошел до того, что надо сделать, либо ему подсказали, либо он хотел, но вот это именно в этот раунде у него получилось именно оттянуться, вот шаг назад и провести комбинацию и закончить бой. То есть, в принципе, победителей, как говорится, не судят, он выиграл. Но то, что он не будет супер там чемпионом, это факт, что попадется более обученный, мастеровитый боксер, и у него будут проблемы, однозначно. Ну, мы вчера, кстати, обсуждали этот вопрос, и если вот твое мнение о тех бойцах, мы говорим о объединительных поединках, без какой-либо оглядки там на даты и на прочее. Рамирес Рамирес. Рамирес Рамирес в этом весе вообще, я считаю, самый сильный. То есть у каждого с ним будут проблемы. Он классом выше всех. Единственное, что Рамирес Рамирес иногда тоже заигрывается. Мне кажется, ему надо немножко все-таки включиться в ту работу, которую у него, вылаживать тот потенциал, который у него есть. Возможно, эти бойцы его не заставляют делать большего. И он иногда выглядит так, тоже не супер. Но то, что он лучше всех их, и то, что он Вуда Ли схавает, это я даже в этом не сомневаюсь. Тут без разговоров. Он самый сильный в этом весе. Теперь говорим о чемпионе мира по версии IBF Луис Лопес. Тоже может создать проблемы. Тут же понимаете, что у Вуда. Вуд, если вот так взять его в общем, я как повторюсь, он достаточно неплохо обучен, у него неплохая скорость, у него есть хороший удар, левша. Он когда собранный, то в принципе он достаточно неплохо боксирует. Когда он именно руки держит на месте, у него нормальное, как бы говорится, физическое состояние, что он двигается, вовремя сближается, он чувствует дистанцию, у него неплохой тайминг. Но почему-то у него часто бывает такое, что это то ли улетучивается куда-то, то ли он заигрывается и начинает сам создавать себе проблемы. Он входит в ту зону боя, в которой ему не нужно находиться. То есть и он там, как правило, всегда проигрывает. Как у него было с Ларой в первом бою, он заигрался, начал немножко идти в размены, опускать руки и просто нарвался на удар, который, в принципе, Лара донес очень грамотно. В реванше он уже выглядел более собранно, соответственно, перебоксировал за счет того, что он лучше как боксер. Лара все-таки был более прямолинейный. Тут у него непонятно, опять же, весогонка, не знаю, какие проблемы, но он не делал то, чего, в принципе, должен был делать. И выиграл за счет, опять же, наверное, все-таки класса, потому что я считаю, что у него класс был лучше, он был меньше, точнее, чем Уоррингтон, потому что это Уоррингтона стихия, вот там вот этот сумбур. Вуду надо вот как раз вот эту немножко дистанцию, которую он себе и выбил, когда нокаутировал. Когда он ее только выбил, сразу все удары залетели точно в цель. Поэтому, опять же, если он будет где-то заигрываться, то Лопес, как обычно, он, насколько я понимаю, тоже такой любитель поддавливать, идти таким агрессивным, как и все латиноамериканцы. Ему, опять же, надо будет делать что? Работать с дистанции, более, скажем, работать классическим боксером. Если он попытается где-то застаиваться и зарубливаться, у него будут, опять же, проблемы. Просто насколько это он сможет решить их с таким боксером, как Лопес, не знаю. Тут такое 50/50, как по мне. Я не могу сказать, что Лопес очень крутой, но поопаснее будет полюбить, чем Уоррингтон и многие соперники, которые у него были до этого. Поэтому, опять же, много зависит будет от формы его. И чемпион мира по версии WBC в полулегком весе Шаки Фостер, который, кстати, 28-го... он такой... будет да, это Шаки Фостер... Такой он скользкий такой боксер. Вот с таким боксером ему будет, наверное, ему надо будет вот здесь пробовать быть агрессором. Но опять же умным искать, потому что очень скользкий. Он такой боксер, с которым тяжело выглядеть хорошо, мне кажется. Потому что он часто, он такой пластичный, вот эта защита у него, вчера вы говорили, флойдовская, так как я ее называю, боковая вот от плечом и прикрытие полностью сбоку корпусом работать. Он тяжело попасть, и он сам по себе хорошо на ногах подвижен. Он скользкий такой боксер, вот так бы я назвал. И вот такие боксеры, мне кажется, должны попадаться, надо очень жестко его обрабатывать. То есть его надо где-то запирать и обрабатывать именно через корпус, попадая с жесткими сильными ударами, которые начнут его заставлять где-то... сковываться, а от этого где-то легче попасть уже тогда в, по мишени, потому что если с ним работать вот так с дистанции боксировать, он будет все равно, он скоростной, будет свой удар доносить, а ты свой будешь промахиваться, и какой-то балл за баллом он будет брать, то есть соответственно и раунд. Скользкий для Вуда, мне кажется, он будет проблемой, потому что Вуд, он может постараться, но опять же, я говорю, сможет ли он его переехать. Это вот эти два боя для меня интересны. То есть Вуд может не то чтобы выиграть, но создать конкуренцию. А с Рамиресом без шансов. То есть и тот бой я бы, в принципе, глянул. Мне просто было бы интересно, как бы Вуд решал вот эти задачи и Лопеса, и вот этого Шаки Фостера, который очень такой, говорю, он скользкий, да, он не бьющий особо, имеется в виду не нокаутер, но он именно вот за счет того, что он не дает тебе выглядеть хорошо, он тебя... заставляет нервничать, и ты ошибаешься, а он в это время набирает свои очки и выигрывает раунд за раундом. Как он будет это решать? Сможет ли он его где-то запереть? В принципе, может. На ногах он неплох. Скорость есть, удар есть. Но как тактически он будет действовать? Вот говорю, Вуд для меня всегда это сюрприз. Какой он будет в ринге? То есть от него ожидаешь одного, он выдает другое. Ожидаешь, он будет никакой. Он раз и, по-моему, боксирует достаточно грамотно. Поэтому вот тут такой момент. Вуд сам себе режиссер в этом направлении. Но два боя вот этих было бы интересно. Конкуренция будет, но кто выиграет, я затрудняюсь на следующий день сказать. Ясно. Дальше переносимся в Соединенные Штаты Америки. Меликузиев, Фокс. Что для тебя удивило? Что-то было новеньким? Ну, то, что сказал, в превью поединка, то и повторю. Для того, чтобы что-то меня заинтересовало, Меликузиев должен что-то делать. Если он как боксировал с рассада, как он боксировал до рассада, после рассада, ничего не меняется в человеке. Хотя, вот так посмотреть, он умеет боксировать. Видно, бьющий парень, неплох вроде и на ногах, школа. Но почему-то они выбрали вот этот стиль, и они считают, что этот стиль, в котором он ведет на сегодняшний день бои, приносит ему... популярность и весомость, опасность для других, все его боятся, и все он такой крутой. Но на самом деле вы после поражения жесткого нокаута, вот от этого тупого бокса, который вы ему навязали от рассада, не сделали никаких выводов, вы дальше боксируете. Этот же Фокс, если бы немножко посильнее бил, то он бы его тоже переделал, потому что он ему попадал неплохо пару раз. Просто он, как вы правильно вчера сказали, он сам обосрался. И когда даже попадал, думал, блядь, что же я делал, он сейчас еще сильнее начнет меня бить. Ну его нахрен, лучше вязаться. То есть он изначально не готов был идти, скажем так, до конца, кость в кость. Хотя мог бы, если бы чуть-чуть смог бы держать дистанцию. Меликузиев и шел вот так с такой головой, пару раз было видно на повторах, когда хотел донести свой левый корпус, печень, и с такой головой, с открытыми перчатками. Это опять же под правый встречный. Тоже то, что сделал тогда Рассада. Ну и вот я думаю, что следующий какой-то... То есть он будет выигрывать до поединка, пока опять же не попадется ему бьющий боксер, который его просто не будет бояться. Неплохо обученный, кто его не будет бояться, не будет тушеваться, он выкинет, вот будет на него идти, опять нарвется на какой-то встречный, тот, если его не шатнет, то развинет успех, и опять же будет досрочка. Пока он не поменяет свой бокс, я не вижу у него перспектив никаких. Рамирес Смит. Мне не понравился Рамирес. Я могу сказать, знаете, что вот я когда смотрел этот бой, я вот помню Рамиреса до поражения тому же Биволу. Вот нас, к сожалению, в последние года начали часто промоутеры и вот эти все менеджеры пытаться сделать дураками болельщиков, я имею в виду. Они нам заведомо втюхивают боксеров, распиаривая их и правильно подводя их к каким-то боям и рассказывая, какие они крутые, что мы начинаем верить, что это какие-то будут боксеры чемпионского уровня, как Толянджи, топы. Это действительно такие асы, как мы привыкли видеть раньше. Но на самом деле, если так сказать, это во многом они скрываются в таких боях, но которых ты понимаешь, что он вообще нас обманывали, нам рассказывали, что это вот конфета, а мы развернули, а там далеко не конфета. И вот Рамирес для меня почему-то стал таким же, потому что, честно говоря, я и Бивола-то не считаю супербоксером. Биволу, мое мнение субъективно, повезло. Он попал как раз в эпоху тогда, когда те, кто могли что-то делать, уже были далеко прошедший свой пик и уже не могли просто физически составить ему здоровую конкуренцию. И вот этот переход бокса не попал под него, чтобы у них было несколько хороших молодых или чемпионов, которые были в соку. То есть боксеры, которые бил свое... Анатолий, немножко ты застыл. У меня, по крайней мере... на Паскали, там вот эти... Анатолий. Давным-давно прошедший. Анатолий. Да, что-то я заморозился у вас, да? Да, заморозился, и я вот половину того, что ты последний говорил, не слышал. Не спеши, пожалуйста. Я говорю, что... Да, я говорю, что у Бивола, то есть если взять вот этих и Баррер, и Паскали, это боксеры, которые уже, ну, кто-то где-то был чемпионом, кто-то был около всегда чемпионских боев, претендентов, но это не были тоже топовые боксеры. И когда их Бивол побеждал, это были уже и старые боксеры, сбитые боксеры. То есть сказать, что он выигрывал у супер кого-то, ну, на тот период. И поэтому даже когда он Рамирес выглядит в бою с меньшим боксером, так перепуганный никак, а нам рассказывают, что это будущая звезда, ну, и ты понимаешь, что ну, это все обман. То есть он не тянет ни на чемпиона такого настоящего. То, что он им будет в резервете, скорее всего, да. Будет ли он долго защищать титул, сможет ли он там великих побед достичь? Думаю, нет. В этом бою он был очень медленный. В этом бою Смит, который ну, просто как прочитанная книга для него был, провозился все раунды, хотя, мне кажется, должен был его удосрочить. Были возможности, он попадал, ну почему-то не развивал, давал много по себе бить, сам много пропускал, ну не знаю, с чем это связано. То есть Рамирес меня ничем не удивил, он мне показался таким здоровяком, который вроде бы все умеет, но почему-то непонятно, почему он этим не пользуется. То есть мы же видели, когда-то его бои, он здорово работал по этажам, вот еще до поражения. И я сам думал, капец, какой классный боксер. А когда я видел, как он боксерит с Биволом, насколько он скованный, насколько он неуверенный в себе, насколько он не понимающий, как работать и не пытается, главное, выиграть. Вот мы же правильно отмечали момент, как же зачерло. Но у тебя не получается что-то, но ты же вышел в чемпионский бой, ты же считаешь себя в душе чемпионом. Ну, пробуй рубиться, меняй что-то, иди ва-банк. А они как многое, как вот мы видим, стушевываются и принимают вот такой лайт уровень. Лучше чуть-чуть пропускать, но немного. Буду типа боксировать, ну по очкам поиграю, ничего страшного. Вот как-то нету у них вот этого, у многих из них менталитета вот этого чемпионского, о котором мы говорим, вот этого уровня, когда он, вот, что ты общается человек, он выходит, это видно, это чемпион, он борется до конца, он выкладывается, он ведет себя как чемпион, а многие из этих, в том числе Рамирес, это обманки, это красивая реклама, правильный, как вчера сказал Ярослав Делахой, раскрутка. То есть его подводили, сейчас его здесь сделают каким-то, скорее всего, возможно, чемпионом, ну, а что? Ну и все, вот как-то так. Смит ушел, Смит вышел, честно заработал свои деньги, которые ему дали. Его сказали, Смит, надо подняться. Ну, хрен с ним, подняться так подняться. Вот и все. То есть к Смиту претензий, он показывал тот бокс, который он, ну, то есть, который у него есть, и он лучше уже не станет. И выжимает он из себя все, что может. А Рамирес же все-таки по умениям, по всем критериям намного был лучше, но провозился с средневековым боксером очень слишком так долго, как по мне. Поэтому мне он не понравился вообще. Окей. Ну, в принципе, обо всем поговорили. И вот что я придумал. Вот давай обговорим новости. Самая дорогая капа в истории. 40 тысяч фунтов будут во рту KSI уже в субботу. В поединке против полутяжа Томми Фьюри популярный ютубер Оладжиде Олайинки Уильямс Олатунджи, господи ты боже мой, ставит себе в рот капу, которая стоит 40 тысяч фунтов. Ее формируют 108 бриллиантов и 24-каратное сусальное золото. Сусальные, знаешь, у меня какая-то ассоциация сосальные, мне там золото. Вообще, скажи, пожалуйста, вот насколько, ну, понимаем, что это чистый хайп или как это, просто желание повыпендриваться. Я не думаю, что ты смотрел поединки вот этого KSI, вот, ну, что-то там подобное на Логана. Вот. Как ты относишься вообще, чисто вот как человек, как фан бокса, как эксперт, вот к таким новостям? 40 тысяч будет во рту. Еще, блядь, сколько-то хуев, блядь. Это, знаете, для меня такое все смешное. На меня напоминает, знаете, как когда-то в цирк приходили какие-то там борцы, делали вот показательные выступления, вот так в Японии оно было. То есть это, я воспринимаю это как шоу, я не вижу в этом никакого спорта, и вот эти даже понты 40 тысяч, это опять же подогревание какой-то своей аудитории, если он блогер, соответственно, привлечение какой-то новой, о, ничего себе, что-то закапывание у него будет, надо посмотреть, то есть ему не интересен сам бокс этот, который, так, если так можно назвать это, но им процесс само увидеть, как он будет с ним боксировать, кстати, вот он этого Томми Фьюри там толкнул, а тот сказал, что он ему там голову оторвет, я какую-то там конференцию, одну из них где-то мне попалась в Ютубе, и я вот почему этого Кисе вспомнил, откуда, где я это слышал, бы я где-то видел этого. Для меня вопрос даже, знаете, в чем больше, как вот Томми Фьюри, который называет себя профессиональным боксером, молодым, крепким парнем, не которым закончил карьеру, и так чисто вот ему в удовольствие хочет зарабатывать себе деньги, гастролирует, как вот, допустим, тот же Флойд Мэйвезер. И вот он имеет право. Молодой, крепкий парень и боксировать ну, ой, с кем, ну, как-то выбрать для себя уже заранее такого, знаете, циркача. То есть ты вроде как боксер, у тебя там семья вся боксерская, у тебя вообще брательник там самый лучший тяж в мире, такой любимец публики, и ты такой полупокер ходишь там с какими-то блогерами боксируешь. Ну, как-то вот даже вот это мне непонятно. Возможно, он понимает, что у него перспектив никаких, а тут куда ни смотри, а бабки-то хорошие можно заработать. То есть я только этим не могу объяснить. Потому что он понимает, что если он пойдет по пути боксера, его приземлят быстро и за маленькие деньги. А тут хоть и выигрывать можно, и деньги хорошие получать. И как бы типа вроде как и крутой. Ну... шоу, не больше, цирковое шоу. Вот такие поединки и вот эти новости, это просто подогревание аудитории вот этой своей блогерской, инстаграмовской там или какой. И плюс, чтобы платили за трансляции, чтобы они заработали денег. Реклама тем самым. 40 тысяч фунтов, что-нибудь. Даже не знаю, 40 тысяч фунтов, но я... Ну вот реально там, хорошо, какие-то алмазы там, блядь, они же могут... Ну как это? Порез, да. Сусальное золото, блядь, золотые купола. Это как там, золотые купола на спине наколоты, золотые купола в рот тебе засунуты. Да. 40 фунтов стоят они. Да. 40 тысяч фунтов. Как ты пережуешь их? Ладно, бог с ним. 40 тысяч так 40 тысяч, блядь. Более, блядь, идиотского поступка, ну, мне сложно придумать. После поражения от Канало Альвареса в мае 2021 года Сондерс оклемался потихонечку после перелома орбитальной кости. И собирается вернуться и назвал, что мне нравятся варианты проведения поединка с братьями Чарло, Бенавидесом, Плентоном, Андрейдом, да? Да, Андрейдом, но больше всего я хочу поединка с распиаренным пугалом дивизиона 76,2 килограмма Дэвидом Бенавидесом. Сондерс, как ты думаешь, Сондерс будет серьезным соперником для Бенавидеса, либо, ну, пугало еще одно, блядь, 40 тысяч, чтобы капу себе, блядь, слабать нету, блядь, ну, вот сидит, блядь, просто там цену себе набивает. Сондерсу для начала надо просто вернуться в зал и провести хотя бы какой-то поединок для того, чтобы самому для себя понять, а можешь ли ты что-то делать в ринге за этот большой промежуток, 2 года, что ты прошел пока, плюс травма, которая была достаточно серьезная, как твой организм будет сейчас реагировать на пропущенные удары, может, он что же еще не может понять, он может опять пропустить и опять что-то его начнет где-то там... труханить. Ну, то есть ему, как по мне, надо вначале пройти подготовительный вот этот период и подписать контракт хотя бы на какой-то бой возвращения. Пускай даже, понятно, заведомо, который он должен выиграть, чтобы он сам, как говорится, встряхнул эту ржавчину и посмотрел, на что он способен. А дальше, если он будет чувствовать, что он может что-то, пускай пробует. Промоутер у него, по-моему, кто там? Эдик у него был или Фрэнк Уоррен? Эдик, по-моему. если я не ошибаюсь, потому что если Дазон был, то, наверное, Эдди Хирн. Эдди Хирн, в принципе, человек, которому проводить надо перед Дазоном очень много вечеров. И если Сондерс захочет быть в этом вечере, я думаю, он ему сможет потихонечку находить, подходить, находить и как-то договариваться с бойцами более весомыми в этой весовой категории, там, экс-чемпионами мира, претендентами. И с того будет видно. Мне кажется, что Сондерс вот на сегодняшний день, если хочет боксировать, то это уже будет чисто английский продукт для английской публики с английскими боксерами, либо с какими-то заезжими гастролерами, которых, в принципе, он должен выигрывать. Как и большинство многих, вот таких как Вуд, там, Коннингтон, в свое время этот... Конор Бен, потом тот же Бьюмбек, то есть своя вот эта, как говорится, аудитория, свой ринг, домашние стены, и вот там, скорее всего, что я вижу. Но должно показать время. Для того, чтобы понять, что он может, надо увидеть его в ринге. Насколько он изменился, стал ли он намного медленнее, там, хуже, может, он стал опытнее, может, он отдохнул, у него сейчас будет... Говорится, вторая молодость, второе вдохновение, и он будет достаточно интересный, и захочется его увидеть с кем-то из вышеперечисленных, там, и то ли с Плантом, то ли с Черло, то ли с Андрейдом, Бенавидесом и так далее. Но пока, я думаю, надо вначале хотя бы провести бой возвращения, а там посмотрим. Тайфима Лопес и Джервонта Дэвис гипотетически могут провести бой в январе. На кого поставишь? Ярослав, внимание. Гипотетически, ну, блин, Джервонта будет мелковато за слишком для Лопеса, хотя... Ну, мне вот как боксер, как боксерское, вот как вы не любите именно это IQ, свое вот это мышление в ринге, мне кажется, что у Джервонты получше, чем у Лопеса. То есть Лопес это скорее... Лопес это физика, Лопес это мощь, это такой, ну... работоспособный парень, но вот именно мышление боксерское у Джервонты намного лучше. Он умеет лучше чувствовать, он умеет по ходу боя приспосабливаться к стилю соперника, находить то, что ему надо делать. Пускай многие говорят, что он стал скупо действовать. Он действует от ситуации, от той, которая требуется. Зачем махать 150 ударов, если можно сделать 4-5, которые принесут тот самый нокаут или нокдаун и даст ему толчок для победы? Зачем ему махать 150 раз? Бить для кого? Для нас? Ну, это же неправильно. Поэтому я как боксер, мне кажется, Джервонта покруче. Меня просто одно, что смущает, это габариты. Потому что мне кажется, что Лопес, когда боксировал с Васей, был такой большой, а Вася, мне кажется, чуть покрупнее, чем Джервонта. Джервонта невысокого роста. И Ромеро вот какой был, да, здоровый был, насколько была разница. То есть вот тут момент. Но хотя я считаю, что он дрался когда с Барриосом, сейчас мы поставили, как Барриос выглядел с Угасом, да я сам подохренел, думаю, ничего себе, я думал, что Угас будет крупнее, а ничего такого, Барриос там выглядел намного, так скелет пошире. И при этом Джервонта с Барриоса сделал вообще котлету, ну, скажем. Дело в том, что борода, что у Роландо Ромеро, что у Теофима Лопеса, что у Барриоса, где-то на одном уровне, там плюс-минус, да. Для меня Джервонта Дэвис однозначно фаворит, и здесь нужно говорить о гении, не о физике, там, не о габаритах. Лопес не настолько быстрый, и в отличие от Джервонта Дэвиса, Лопес абсолютно не предназначен своей судьбой боксерской для того, чтобы импровизировать, выйти за какие-то рамки. Он очень предсказуем. То же самое. Он работает в одном ключе. Да, Роландо Ромеро, Барриос, все соперники, они были предсказуемы. Они так и не смогли озадачить Джервонту. Да, они могли там, Питбуль мог... Поддавливать его, мог вести бой плотно. Но, в конце концов, плотность, когда начинает падать, и скорость начинает падать, появляются бреши, Джервонта решает задачу. Хирн заинтересован боем Джошуа за титул IBF. Ну, Эдди красавец, если он сможет выкинуть отсюда, ну, то есть стать в очередь сразу же с Рыговичем в случае, ну, насколько я понимаю, IBF вроде бы разрешила, ну, то есть не имеет ничего против того, чтобы они провели унификацию, но против того, чтобы был реванш. А как вы сказали, как мы говорили, там есть два боя. И вот тут момент в том, что если кто бы не выиграл, Получается, что пояс IBF на следующий матч. Ну, дело в том, что, смотри, два боя, это не обязательно вот сразу. Да? Сразу, ну да, поэтому тут тоже может быть такое, что выиграет Фьюри, он может отбоксировать, допустим, там с победителем Парер, Гович, например. Ну, я не знаю, есть сейчас у IBF временный чемпион, потому что я знаю, что он не так просто. Вот, это, конечно, нормальная организация. Есть либо один, либо никто. Просто я не знаю, каким образом они могут этот проведение прийти именно за титул. То есть, если титул сейчас это может быть, скажем так, временный титул, либо отборочный поединок. Выиграет обязательно дерется с тем, кто выиграет там. Как-то ну там. Да, то есть, да. Первый поединок на очереди для чемпиона, обладателя титула, это против непосредственно победителя боя там Джошуа Арговича. А кто в этом поединке победит, как ты думаешь? Ну, я думаю, что Джошу надо побеждать обязательно. Джошу лучше как боксер. Мне Яргович вообще как-то, я его... Ну, он для меня простой, как... Ну, простоватый, я не знаю. Он, я даже удивляюсь, говорю, как он у Жилежанга выиграл, потому что я, когда было превью, я отдавал предпочтение Жилежангу, потому что... Но он мне как боксер импонирует больше. Он больше умеет, он более разнообразный. Яргович какой-то слишком прямолинейный, и оппозиция-то у него какая была? Наверное, Жилежанг – это, наверное, самый сильный его соперник, который у него был в карьере, которого он выиграл. Все остальное, мы же помните, когда-то смеялись, шутили, что ему находят с небитыми рекордами чемпионов подъезда по всем балканским странам. И он у них побеждает уверенно. И то там, помните, у нас был, мы смеялись. Да. То есть, и вот это ж ничего же не поменяло. У него просто потом Жилежан, который, я считаю, что проиграл где-то вот именно потому, что вот возраст где-то сыграл, он подсел, а тот, наоборот, добавил. А бой-то был такой равный. Думаю, что сейчас, когда Джанг, так скажем, заматериал после таких двух уверенных побед над Джо Джойсом на его территории, было бы вообще круто поставить этот бой. Я думаю, что Ургович бы уже подохренел. Поэтому, а Джошуа-то поопытнее, Джошуа посильнее, Джошуа с ударом. Да, и побыстрее. Как бы ни было, побыстрее. Я думаю, что Ургович бы просто охренел после первого попадания справа. Он бы просто бы все понял, все, что он боксировал до этого, можно сказать, что он занимался просто анонизмом. А вот Джошуа однозначно его прибьет. Тут даже я не вижу... За счет чего Ургович может выиграть у Джошуа? Если говорить еще раз о Джошуа, бывший чемпион мира Эвандер Холифилд, неоднократный, скажем так, абсолютный чемпион мира и в крузервейте, и в хэвивейте, сказал, что, в общем, шансы у Александра Усика победить Фьюри небольшие. Ну, а вот кто сможет победить цыганского короля, так это Энтони Джошуа за счет скорости. Вот, за счет скорости. Просто Джошуа быстрее. Такой же точный удар, такие же габариты, и он более атлетичный, и кардио у него вроде бы. То есть он может, скажем так, создать проблемы. Да, поднять темпоритм боя и плотность боя до такого уровня, что Тайсон Фьюри не продышится просто. Ну, что ты об этом думаешь? Я вам скажу, что я тоже это читал, это выражение, что он сказал, что Усика мало, а у Джошуа я начал себе думать, почему. И вот я с вами во многом соглашусь, что Джошуа габаритный, Джошуа бьющий, Джошуа хорошо, в принципе, обучен. Если мы даже вспомним бой с Сашей, он не намного сильно уступал в скорости, там, ну, не было такой разницы. То есть это значит, насколько мы понимаем, что Саша быстрый, значит, Джошуа для этих габаритов достаточно быстрый боксер. То есть при этом он неплохо умеет двигаться, он тоже может подрезать. Это не Уайлдер, который стоячий. Уайлдеру нужно мишени стоячие, потому что он сам такой, он неподвижный. Джошуа все-таки более разнообразный, Джошуа бьет разные удары, Джошуа может, как вы правильно говорите, бить комбинации и дышать, ему хватает мощи, выносливости, он всегда, в принципе, физически хорошо готов. И вот тут момент, я соглашусь, что мог бы Джошуа, если взвинтить темп и быть вот таким, не просто таким прямолинейным, как был Уайлдер, а более, вот, скажем так, тоже хитрить на щелчке где-то вперед, назад, резко сокращать, где-то подогружать, где-то даже в тех же, где бы они вязались, Фьюри бы не мог так сильно проламывать Джошуа, потому что физически он достаточно крепкий. И у него, мне кажется, да, шансы были. Просто единственный большой минус Джошуа, том, что ментально и психологически у них с Фьюри большая разница. Фьюри просто мог бы выиграть бой до самого боя, вывести его вот с этого своего внутреннего спокойствия, своими выходками, своими фразами, своим поведением. Фьюри это умеет, залазить в голову. И вот в этом Джошуа проблема, его внутренность, как он будет внутри себя чувствовать. Как боксер он достаточно очень сильный. Один из самых сильнейших, я считаю, который есть на сегодняшний день по боксу, по физике, по удару, по всему. Но вот его внутренняя вот эта штука, которая с ним происходит, когда у него что-то не получается, и он может, вот тогда он начинает тушеваться. То, что мы увидели в поединке с тем же Энди Руисом, и потом так же самое с Александром Усиком, когда он начал пропускать и не мог подобрать темп, он начинает, ну, немножечко тушеваться. А с Фьюри вот это вот делать 1000% нельзя. Потому что Фьюри, я думаю, что до боя, если залезет в голову, то какой бы там Джошуа крутой не был, Фьюри у него выиграет за счет вот именно вот этого менталитета чемпиона, вот настоящего чемпиона. Вот в чем проблема у Джошуа, на мой взгляд. Жилежанг говорит, что здорово бы подраться с Усиком или Фьюри, но не к столу. Китайская мудрость берет верх и говорит, тогда давайте мне или Джозефа Паркера, либо Луиса Ортиса. Для Жилежанга это что, просто имя? Ну, он говорит, что хочется именитых соперников. Но именитые соперники пробиты Джозеф Паркер и старый Луис Ортис. Старый уже. Ну, я не знаю. Да, это, конечно, именитых. Я бы хотел, допустим, видеть его с теми, кто... Ну, вот тот же Энди Руис слишком долго не боксирует. Хотя, говорю, теряет всю свою карьеру, потому что потенциал есть, а он его, проедая сникерсами, показывает видосы, а боев мало. Мы его после уже очень давно не видели в ринге. Вот Жилежанг, Энди Руис был бы классный бой, мне кажется. Так же самое ему можно было бы выйти, ну, я не знаю, с кем бы там еще... Ну, Дюбуа сейчас точно не выйдет, ну, если бы хотел. Вот с Дюбуа был бы классный поединок тоже, я считаю. С Уайлдером был бы классный, но не знаю, ли Уайлдеру интересен Жилежанг. Вот Уайлдер-то тоже уже парень, потому что, мне который кажется, любит... Уайлдеру сейчас интересен любой, блядь, кто, в общем... Ну, даст хорошие деньги, да? Да, не то, что хорошие деньги, но просто пора себя возвращать как-то, знаешь. С Руизом там, блядь, они запросили такие суммы, что все покрутили, там даже этот вот PBC, блядь, покрутила головой, сказал, вы что, бахнулись, блядь, дети, блядь, там. Руиз, 20 миллионов. Какие 20 миллионов, блядь, там 2 миллиона, блядь, и то это, потому что я щедрый, блядь. Хейман. Ну, оно так и есть где-то, да. 20 миллионов может получать чемпион, который может продать платные трансляции. Ты знаешь, я с удовольствием посмотрел, вот мне вот нравится Аджагба, не как боксер, да, а как человек, который, в общем, делает свою работу, что называется. И вот я бы Жилежанга посмотрел бы с Аджабой. С Аджабой, кстати, да, я забыл за него. Вот это был бы интересный поединок. Потому что К тому же Фрэнку Санчесу надо возвращаться, он тоже где-то вообще потерялся. Санчес после последнего своего поединка, ну, это или вот действительно какой-то синдром кубинских бойцов, когда они, знаете, вот как Аландер Солис, вроде бы, блядь, чувак был, ну, неплохой, блядь, а вот просто оброс. Оброс с жиром, блядь, ленностью, блядь, и праздностью какой-то, блядь, ну и гордыней, блядь. То есть куча смертных грехов привело, собственно говоря, к его смерти как боксера. Вот. Ну, ладно. Ну, хочет он боксировать с Паркером, побить бывшего чемпиона мира, которого пробил и избил, блядь, Джо Джойс, ну, аллилуйя. Хочет боксировать с нокаутировавшим, с проигравшим нокаутом Уайлдеру и тому же самому Энди Руису Ортисом, ну, ради бога. Ну, все равно будем смотреть эти поединки. Для него тоже, как бы, знаешь, лишний раз рисковать нет смысла. Он понимает прекрасно, что и Паркер, и Ортис – это, ну, шансы 70/30 в пользу Жилежанга. Окей. Ну, я думаю, еще, знаете, почему? Я думаю, что Жилежанг, почему еще так хочет? Он хочет, чтобы вроде бы как боксер был, который на слуху, вот как мы говорим, да, мы вот говорим Паркер, мы знаем, кто такой Паркер, мы говорим Руис. Мы понимаем, что они уже сбитые летчики, один уже старенький ветеран, второй пробитый, как бы уже не имея амбиций чемпионских, но это все-таки боксеры, которые на слуху. И ему для того, чтобы, наверное, его же все-таки, как ни крути, возраст жмет, 41 год. И он тоже понимает, что на каждый бой его хорошая физическая форма может быть как последняя. То есть в этом бою он выглядел круто, а в следующем он может уже просто, как мы часто бывает, просто постареть окончательно. И мы увидим бледную тень того Джанга, которого мы хотя бы видели из того, что он мог лучше показать. Поэтому для него, я думаю, чтобы и сильно долгого простоя не было, потому что он понимает, что Усик нереально, Тень нереально, там Ргович, нахер он сейчас не нужен, потому что как бы зачем ему рисковать проиграть и потерять претендентство на титул чемпиона мира, и плюс и деньги там непонятно какие заходят, ему лучше уже тогда с Джошуа выйти, он там хоть бабок срубит, как бы там ни было. И поэтому, я думаю, Джанг понимает, что ему ждать нечего, пока у него форма более или менее держится, а бой получился, скажем, откровенно не тяжелый, особо он там не переутомился, за 3 раунда закрыл вопрос, поэтому, в принципе, что бы не провести там через месяца 2, допустим, еще один бой, чтобы поддержать себя в кондиции, ну и плюс тут какая-то ситуация, какие-то тучи разойдутся, будет понятно, что делать дальше. Может, тем более себя сможет дороже продать. Он выиграет того же Паркера, опять же, в копилку какой-то там именитый соперник с именем. Плюс, если это сделают убедительно и красиво, еще лучше. Так же самое Руиса. Поэтому я... Ортиса, вернее. Поэтому я думаю, что тут больше, наверное, в этом причина того, что он хочет именно вот этих. Думаю, что если бы мы сейчас предложили хорошие бабки, он бы вышел с любым, кто бы заплатил. И тем более, там, как, тоже как и Уайлдер или Джошуа. Несмотря даже на то, что он может проиграть. Он понимал бы, что я под конец карьеры заработаю сумасшедшие деньги, построю себе где-то там в Шанхае особняк и буду себе кайфовать и рассказывать, как у меня была карьера. Ну, то есть, как вариант. 45-летний Мэни Пакьяо хочет принять участие в олимпийском турнире 2024 года в Париже. Вот, и в 45, в общем, как бы любитель Пакмена опять, и говорит, все, золото, золото Олимпиады, и все, и покой, и покой, и покой. Да я не знаю, знаете, может, бедный Пакьяо, он парень-то такой, насколько мы знаем, из того информации, которую мы получали из новостей, щедрый, может, плюс вот эта компания его на президентская потрепала его кошелек, что его вынуждает опять куда-то выходить, хотя, понятно, на Олимпиаде он там денег особо не заработает больших, по сравнению с тем, что он зарабатывал как профессионал. Ну, не дай 45, а там же вроде бы есть возрастная категория, до которой да, можно участвовать. По-моему, до 35 лет что-то такое. Насколько я, да, я тоже помню, что там, по-моему, до 35 максимум, поэтому я не знаю, как это будет рассматриваться тем же Олимпийским комитетом насчет того, чтобы выпустить Пакьяо. И Пакьяо еще надо пройти этих молодых ребят, которые на его месте планируют боксировать. Они, я думаю, не скажут ему, пускай он идет. Я что тренировался? Для меня это тоже шанс зарабатывать хорошие бабки и строить в трущобах комнатушки для бедных. Я тоже хочу быть известным. Поэтому мы не знаем. 45 лет, я считаю, какая длинная карьера была у Мэни. До 39 лет, прошу прощения, до 39 лет. До 39, но ему уже 45. Не знаю, пустят его. И опять же, я понимаю, что он должен был пройти бы какой-то лицензию завоевать, то есть ему надо по-любому боксировать где-то там на Филиппинах, в континентах, которых это разыгрывается. Для того, ну, скажут, выборят олимпийскую лицензию. Да, выборят олимпийскую лицензию, поэтому я отношусь с этим такой, знаете, с улыбкой. То есть я не воспринимаю это серьезно. Если он действительно выиграет, однозначно я буду смотреть, как, я думаю, все мы, кто любит бокс. Вот просто даже интересно увидеть Пакьяо в 45 лет в майке, в шлеме, представляющий Филиппины на Олимпийских играх в Париже. Это просто такое... Нет, ну, сейчас же взрослые... Без шлемов, да. Но я имею в виду, что... Я думаю, что один украинский боксер будет смотреть за выступлениями Пакьяо с пристальным успехом. Это Дмитрий Митрофанов. Вот, чтобы понимать, блядь, как боксировать, блядь, вместо 10 раундов, блядь, 3 раунда, блядь, что это делать надо. Дадим. Вот, дальше. Очень интересная информация. Владимир Шишкин, занимающий 2-е место в рейтинге IBF во 2-м среднем весе, готов к поединку против абсолютного чемпиона мира в этой весовой категории Сауля Канало Альвареса. Тут, знаете, ключевое слово «готов». Нет, ключевое слово, блядь, кто такой Шишкин? Это же просто готов. Куда ты готов? Кто ты такой? Знаешь, какая разница между пионером и сосиской, блядь? Пионер всегда готов, блядь, а сосиску готовить надо, блядь. Я вообще ключевое слово, во-первых, российский боксер, блядь. Второе, Владимир Шишкин, блядь. Ну и третье, это, конечно, Готов, блядь. Такого Петросяна... Это сюжет из Айралаша какого-то, такая фамилия, Шишкин к доске. Ой, блин. Владимир Шишкин не понимает, что, в общем, канал Альварес даже на пол шишки. Его не интересен вообще никак, ни на пол, ни на шишку. Абсолютно, блядь. Цитата. 32-летний Шишкин, тренирующийся и выступающий в США 29 сентября нокаутировал Рамона Аялу в ожидании более серьезных боев. Ну-ка, с медведем или с кенгуру, блядь. Я был рад заняться делом в пятницу, чтобы не терять форму в ожидании возможности боксировать за титул чемпиона мира, цитирует Шишкина Fightnews.com. Я внимательно наблюдал за боем Канело, который прошел на следующий день после моего поединка. Я чувствую себя полностью готовым к победе, когда представится такая... Несмотря ни на что, все пути ведут к титулу чемпиона мира, блядь. Вот, завоеванию титула чемпиона мира, блядь, я не знаю, блядь. Ну, блядь, твою мать, блядь. Наивно и смешно. Да, Шишкин ты, Шишкин, блядь. Там столько есть ребят, которые намного достойнее и не могут туда попасть, а тут Шишкин решил, что он готов идти на пути. Сначала он просто готов идти в путь. Да. То есть, блядь, посылают часто, блядь. Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол может вернуться в ринг 9 декабря. Вот, в вечере, где состоится поединок Реджеса Програя и Дэвина Хейни. Вот. А и тут с кем не пишут еще... пока, да? Да. И я тут читал, что типа, блядь, даже вот без промежуточного боя Бивол готов встретиться с Бетербиевым, блядь. Вот. Не знаю. Я другое, блядь. Бивол бил жену, заявила экс-супруга. Хирно попросили об этом прокомментировать. И тут Эдик сказал, блядь, что ну хрен его знает. Бил он жену, не бил он жену. Я с ними не жил. Да. Нет, я в шкафу в это время сидел, я не видел. Я был в шкафу. Блядь. Ой, блядь. Слушай, блядь, если Бивол действительно бьет свою супругу, то он, блядь, просто жалкая, ничтожная личность, блядь. Вот. Он, кстати, я почему его вообще не воспринимаю, когда говорил, почему у меня к нему такая... Потому что вот человек, который имеет национальность, как вот мы говорили, наполовину молдаванина, наполовину, там, по-моему, киргиза, то есть по факту у него даже к России вообще ничего нету, и да, он там оказался, потому что туда переехали, и при этом потом жить в Америке и не видеть каких-то очевидных вещей, не понимать, а вот как баран тупой, знаете, вот это, гнуть свою какую-то вот эту долбоебскую линию, ну просто ты думаешь, смотришь и думаешь, ну если оно дурное, ну что ты с него возьмешь? Вот он, я его не воспринимал, мне кажется, что он просто чуть недалекий какой-то, что действительно там что-то скукушка есть. Я там понимаю, еще могу понять его Бетербиева, потому что, понятно, он там вернуться ему надо будет, а там спросят, и у них там немножко отношения другие в Чечне, понимаете, возможно, он где-то понимает. Чечен, он ингуш, по-моему, он айронец, там какая-то народность ингушетии. Вот, я просто знаю, что он вроде бы с Чечни, вроде, насколько знаю. Там, смотри, он живет в каком-то ущелье, которое дало айронское или иронское ущелье. Почему? Потому что, когда я увидел, для меня Гасиев, это, блядь, я говорю за Батырбиева. Я за Батырбиева. Гасиев, да, иронец, а Батырбиев чеченец. Да. Я что-то перепутал. Я говорю, что если Батырбиев еще, живя в Канаде, возможно, да, как-то там поддержит, потому что, говорю, ему надо возвращаться домой, и, скорее всего, что его родные там живут, и... Если, ну, это не то, что я его оправдываю, это я так просто вот размышляю, скажем так. Вот так себе мне кажется. Может, это оно и не так, а может и так. И он, возможно, понимает, что ему что-то говорить может плохо отразиться, потому что в Чечне с тем режимом, который там сейчас есть во главе с Кадыровым, может плохо что-то закончиться для его каких-то близких. И он ничего не говорит и как бы поддерживает. Ну, вот я себе так думаю. То этот же вообще как бы, ну, то есть... тот хоть там живет, тот хоть как бы относится к этой государственности. Слушай, это одного, что другого гражданства Канады. Понимаешь? Так вот, и в этом прикол. Вы живете в цивилизованных странах, блин. Просто что, ну не знаю, как Бивол, а Гасиева используют как бы для переброски, то есть там команда получает визы, эти вот, те, кто хочет выехать, либо кто должен выехать, но они получают через него визы как тренеры, там консультанты. Дальше. Ну, посмотрим. Дурадола проведет отборочный поединок по версии WBC с Райаном Розитским. Это у нас крузервейт, да, по-моему, или нет? Да, это у нас, получается, крузервейт. Если помним, Розитский пробовал себя в бриджетвейте. В бриджетвейте, да, я уже думаю, что Розитского мы же видели где-то недавно вот. Даже. Ну, Дурадула, это уже такая фамилия, которая уже как бы, еще, знаете, очень так давненько когда-то всплывала. И тут вдруг его где-то опять откопали, помыли, одели. Говорят, давай еще раз в поход, потому что нам вообще некому боксировать. Вот сейчас там Рамирес появился. Этого же вроде бы сегодня Толяныч скидывал, наш, что был чемпионом WBC. И как же его, что опять вроде будет боксировать. Что проиграл Бадуджеку. Ты имеешь в виду Лунга Макабу? Да, Лунга Макабу опять у нас всплывает за какие-то там титулы боксировать или претендентом становиться. Ну, крузервейт, конечно, видите, как мы говорили, там есть моменты, вот появляются какие-то боксеры, для которых, ну, скажем, заинтересовывают эту весовую, как в свое время, я говорю, Дэвид Хэй, Эвандер Холифилд, Александр Усик, тот же когда-то Джеймс Тони одно время там был, боксировал, Василий Жиров, ну, те, которые хотя бы было интересно видеть их бокс. И в одно время, когда был Мармек, там же был и Брутвей, и Нил Белл, там вообще как бы было интересно, потому что там были какие-то конкуренты. И вот это, он всегда скудный. Когда вот эти вспышки есть, ты тогда интересуешься вот этим, в этой весовой категории, потому что есть какие-то боксеры. Но на сегодняшний день давайте будем объективны. Ну, кого мы хотим видеть в крузервейте? Вот кто бы нам был, вот как любителям бокса, мы не берем то, что мы смотрим все, потому что нам это нравится, мы где-то потом это обсуждаем, разбираем. А просто как любителям, какие там есть имена, которые могут заинтересовать простого среднестатистического любителя. Ну, нету, звезд нету. Макабу ветеран, Бадуджек уже давным-давно ветеран, который тоже по старости лет не выиграл нигде, выиграл здесь. То Дурдулу достали, Розицкий пришел, Рамирес пришел. Ну, это все такое, ну, вот, знаете, как в этой песне, я тебя слепила из того, что было. Вот так и тут крузервейт. Пособирали все, весь шлак, который либо уже давно не боксирует, либо который не мог не реализоваться там, где должен был, и пытается здесь с него сделать какую-то звездочку чемпиона, потому что, ну как, деньги же вложили, хочется что-то заработать на тебе, сколько можно. Вот как-то вот потому крузервейт на сегодняшний день не вызывает такого какого-то, ну, фурора, чтобы смотреть. Ну, там, Апитая, да, интересно, но опять же, вот там, Апитая выиграл, да, но мы как говорили, Апитая что выиграл? Правильно выбранная тактика, он понимал, что надо делать, если не так, то никак, и он выиграл. Другое дело, что Томпсон был полудурок, потому что не подумал об этом и не придумал какой-то план, чтобы не попадаться на такой, на этот, ну, скажем так, вот этот каток. А как Апитая будет боксировать с другими боксерами, это тоже еще такое дело, он может себя и выглядит вообще потом как-то вообще не таким, как мы привыкли его видеть в этих боях. Поэтому тут еще тоже рано ему песть какие-то там моды, что он такой вот неуязвимый, как мне кажется. Ну, Иша, ты боялся о том, что нам не о чем будет поговорить. Поговорили, и очень здорово. А, Дмитрий, вот каждый раз, когда ты пишешь в нашем внутреннем чате, а я буду, вот я... Да, кстати, Толяныч говорил, что постарается быть, но не обещал. Да. Ярослав честно вчера признался, что да, что меня не будет. Вот. Милый, ты обещал на мне жениться, мало ли что я на тебе. Может, я думал, что может Игорь сегодня хочет зайдет, но Игорь, видно, сегодня уже не хочет заходить. Не, ну после вчерашнего, особенно когда Игорь там начал там писать, что я сдаю позиции, зря он это. Игорь вчера поднял мне настроение, я когда стрелял. Да, там выпускник школы Степаненко и Петросяна. Да, Дима, вот я так и не понял, тебе нужно выпить, чтобы иметь желание говорить. Вроде бы, блядь, все по делу, довольно-таки едко. Давай, Игорек, возвращайся. Без тебя, как оказывается, тоже бывает скучно. Анатолий, спасибо тебе огромное. Скажи, пожалуйста, какой твой позывной был? Юве. 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 А почему Юве? Да. От футбольного клуба Ювентус, скорочено Юве. Понял. У меня были шеврон такой, я фанат этого клуба. Понял. Окей. Я футбол люблю смотреть. А я футбол люблю играть. Ну, я и бегать тоже, когда, ну, сейчас не так получается. Куда-то чуть собирали, где-то бегали. Немножко я тебе расскажу, что мы с Владом Ващуком, он в моей команде, точнее, в команде Айболита, это все вот Стеблюк, можете загуглить, легендарная личность. И вот команда состоит из Айболит, мы себя называем «Дети Айболита». Вот, Влад Ващук, я, Айболит и кто-то еще, собственно говоря, там из фельдшеров или медсестер нам помогает. Это бывает очень редко, но бывает. В основном втроем мы справляемся. И Влад всегда, когда мы приезжаем на точку и ждем команды на выезд и эвакуацию, он постоянно втыкает в телефон. Я подхожу, конечно, что можно еще, что может еще Ващук смотреть? Это футбол. Причем я говорю, слушай, Влад, а ты постоянно смотришь футбол, тебе не надоедает там смотреть? Мне интересно, я читаю поединок, то есть смотрю что-то интересное, там, как играют ли они от души там, для кайфа, либо они просто там, выполняют работу. Вот. Так что я в футболе потихонечку начинаю разбираться. Не хочу, но начинаю. Вот. Хорошо, еще раз тебя благодарю. А почему я спросил о твоем псевдо, ты узнаешь, когда посмотришь выход этого видео. Все, обнял тебя, как у нас говорят, поднял, обнял, покрутил и снова обнял. Пока.